Чё я вас здесь собрал, да? Вкратце объясняю. Я сидел на Авито, скроллил ленту, и мне попадаются VR-очки. Я параллельно находился в лаунчере нового сервера Эдисона, который 250 модами. Я такой смотрю, VR-очки. О, прикольно. Сколько они сейчас стоят уже? Такое что-то лазю, потом рандомный момент смотрю на лаунчер, а там вкладка VR. И я такой... Это очень сильно можно развить. Потом я пошел гулять с собакой. Параллельно думал, хорошая это идея или нет. Пишу Варюхе, чтобы она на модере посидела. Варюха не отвечает. Я звоню Зинду, чтобы он на модере посидел, со мной пообщался. Зинд приходит, отрывается от своих дел. Мы с вами пообсуждали. Я вам рассказал основную концепцию, которая у меня была на тот момент в голове. И пока что я только за такую концепцию. Короче, я пришел к выбору VR-очков. Это будут квест вторые, наверное. Ну, скорее всего. У меня сначала возникла идея. А что будет, если записать ролик в VR на сервере Эда? А потом до меня допирает то, что я же в теории могу еще и трансляции проводить там. И типа, это такой эксклюзив! И запомните, я первый, кто претендует на эту идею. Если кто-то из НПшек тоже сделает так, то помните, я был первым! Я буду стримить, прикиньте, в VR-очках я буду стримить, я уже, ну... По фану просто свет расставил, как оно примерно будет выглядеть. Ну, примерно вот так вот, типа. Сейчас, у меня тут еще и пуфик. Типа, прикиньте, я буду в VR такой ходить, вот так вот задницей к вам повернусь и буду говорить. Так, это у нас блок Майнкрафта. Ага, так. Оп. Ну, типа, это такой разнос! Просто! Вопрос только лишь состоит в том, то, что для начала мне надо... Ох, мама, какой я маленький стал. Реально маленький как будто бы стал. Прям сижу такой. Надутый агро-мини-чел. Я вот так вот буду стоять и стримить. И прикиньте, я в VR, как я слышал, могу выходить на рабочий стол. И по факту можно все это синхронизировать на наушники, чтобы... Звук был на уровне. Короче, там настолько все сложно, настолько все прикольно, настолько все интересно. Это прям вообще капец. Также Саша через 0001 секунду в VR-очках. А как? Мне теперь страшно за вещи, когда я буду в очках. Да, прикиньте. Просто. Иду по тропинке в голове. Ля-ля! Ба! Такой потом. Ба! Добавить новую цель сбора. VR очки. Один из... Как думаете, сколько партий будет? Угадайте. Попробуйте угадать. 4-5 партий у нас будет. Вот. Вот. Все, ребята, мы можем сказать то, что официальный сбор на это начался. Как только мы соберем, я сразу же все моментально покупаю. И мы начинаем делать лютую штуку.